ученики. Сегодняшний урок русского языка и литературы проведу с вами я, Валика Ольга Михайловна. Тема нашего урока – Ольга Ильинская и Андрей Штольц в романе Ивана Гончарова «Огонь». Сегодня мы с вами узнаем, как любовь и дружба развивают души и сердца главных героев, раскрывают их характер, показывают героев в развитии. Раскроем жизненные идеалы Обломова, Штольца и Ольги Ильинской. Проанализируем историю взаимоотношений Ольги с Ильей Ильичем Обломовым и выявим, какие черты характера Обломова и Ольги Ильинской раскрываются в любви. Любое великое литературное произведение заключает в себе определенную ведущую мысль или идею, которая полностью раскрывается перед читателем лишь по прочтению всей книги. В частности, после ознакомления с текстом Гончарова «Обломов» мы понимаем более или менее ясно, что же хотел сказать нам автор. Детские впечатления играют решающую роль в формировании личности. Но все-таки человек сам отвечает за свою судьбу. Именно так можно сформулировать идею романа «Обломов». Главная мысль требует средств выражения. К таковым, среди прочих, относится образ Андрея Штольца, который, кроме своей основной функции, способствовать раскрытию идеи романа, имеет, естественно, еще и более частное сюжетное назначение – не дать Обломову окончательно погибнуть от лени и апатии. Андрей Штольц разительно отличается от Обломова. Основой воспитания Штольца были труд и максимальная самостоятельность. Обломова же с ранних лет приучали жить на всем готовом. Отсюда оформившиеся с детства отношения героев, в которых Андрей Иванович – всегда занимал роль сильного и старшего по отношению к Илье Ильичу. Из третьей главы второй части романа мы узнаем, что Штольц после долгой отлучки наносит Обломову визит и обнаруживает своего друга далеко не в лучшей форме, лежащего на диване и забросившим все дела. Андрей Иванович, как настоящий друг, проявляет деятельное участие в жизни Ильи Ильича. Он сразу предлагает Обломову панацею от двух его бед – разорения и предстоящего переезда с квартиры. Но, увы, наш герой на любое предложение друга находит отговорки, лишь бы не сдвигаться с места. В конце концов, так и не сумев по-настоящему задеть самолюбие Обломова, Штольц обещает, что так его не оставит, и через неделю Илья не узнает сам себя. Затем Штольц со свойственной ему энергией берет Обломова в оборот и целую неделю таскает его за собой, делая с ним всевозможные визиты. В данном случае, как мы видим, неутомимая натура Штольца как бы взяла верх над обломовскими линиями и инертностью. Но почему как бы? Дело в том, что в тексте романа совершенно однозначно указана реакция Ильича на суету, среди которой он невольно оказался. Цитата. «Обломов протестовал, жаловался и спорил. Насколько хорош или плох такой образ жизни, сам по себе другой вопрос, но факт остается фактом. Андрею Ивановичу, благодаря своей кипучей энергии, удалось лишь чисто внешне сдвинуть друга с места. Но внутренне наш герой оказался тем, кем он был. Однажды Илья Ильич особенно был против навязанной ему Штольцем роли, что и послужило началом нового этапа в психологическом противоборстве двух этих персонажей. В четвертой главе второй части романа читатели становятся свидетелями многозначащего диалога между героями, в котором главное слово предоставлено Обломову. Илья Ильич выражает свое горячее несогласие с тем суетным образом жизни, который навязывает ему Штольц. Взамен Илья Ильич рисует другу свой собственный безмятежный жизненный идеал. Андрей Иванович слушает с любопытством и чуть грустной иронией, а потом одним единственным словом оценивает нарисованную Ильей картину мечту. Это слово «обломовщина».
В том же духе друзья беседуют дальше. Штольц клеймит Обломова за то, что тот похоронил свои юношеские планы и мечты, и предупреждает его: теперь или никогда. Можно ли назвать Штольца идеалом российского предпринимателя? По мнению Гончарова, хороший русский предприниматель хозяйничает у себя в имении на рациональных началах хозяйства и строгой справедливости, и он любит свое дело. Внешность Штольца отражает основные черты его характера. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, пишет Гончаров. Худощав, цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Потому друг Обломова беспрестанно в движении, когда он успевает, Бог весть. Труд – образ содержания стихии и цель жизни, по крайней мере моей, говорит Андрей Штольц. Не случайно рефреном звучит фраза, являющая собой кредо предпринимателя: «Теперь или никогда». Гончаров на примере Штольца добавляет второе слагаемое идеала предпринимателя – красоту человеческого дела, подразумевая под словом «красота» благородство помыслов предпринимателя с обязательной направленностью его деятельности на улучшение экономического состояния страны. Все его дела направлены на борьбу с всероссийским застоем, так как позитивно влияют на экономическое развитие России. Доказательством этого служит кардинальное изменение Обломовки, в которой благодаря стараниям друга Обломова появились больницы и школа, и которой суждено стать станцией железной дороги. Третье слагаемое автор определяет как правда простой натуры. Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было его постоянной задачей. Так Гончаров пишет о Штольце. Больше всего он, Штольц, боялся воображения, всякой мечты. Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте. Итак, Андрей Иванович Штольц – это чрезмерная работоспособность, прагматический ум и трезвый взгляд на мир. «Теперь или никогда» – эти грозные слова до глубины души тронули Обломова, заставив его ужаснуться и по-новому взглянуть на себя. Именно под впечатлением этой фразы наш герой внял совету товарища о поездке за границу. Он всерьез занялся сборами, но накануне отъезда у Ильи Ильича раздулась губа, и он раздумал ехать. Итак, герой никуда не поехал. Зато посредством того же Андрея Штольца он знакомится с Ольгой Ильинской, которой Андрей Иванович, уезжая, завещал Обломова, что получило начало романа Ильи Ильича Обломова и Ольги Ильинской. Штольц на длительный срок уходит со сцены романа, лишь раз прислав Обломову письмо, в котором напоминает ему о необходимости привести свои хозяйственные дела в порядок. Штольц не сумел поднять Обломова с дивана, включить его в активную жизнь. Что же может изменить нашего героя? Однажды Штольц знакомит Обломова с Ольгой Ильинской. Ольга очень талантлива, у нее превосходный голос. Когда Илья Ильич впервые услышал пение Ольги, он сильно разволновался и ощутил в себе силы жить. Он понял, что влюблен в Ольгу. Как любовь повлияла на Обломова? Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг. Герой эмоционально готов к тому, к чему безуспешно подталкивал его Штольц. Он в эту же минуту бы уехал за границу, если бы ему оставалось только сесть и поехать.
пишет Гончаров, Обломов оживает. А это казалось совершенно невозможным. Он влюбился, и жизнь его изменилась. Илья Ильич словно на пороге перерождения. Давайте обратимся к тексту романа. И в Обломове играла такая же жизнь. Ему казалось, что он живет и чувствует все это не час, не два, а целые годы. У него на лице сияла заря пробужденного со дна души доставшего счастья. Наполненный слезами взгляд устремлен был на нее. «Посмотрите в зеркало», — продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале. «Глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку?» «Нет, я чувствую не музыку, а любовь», — тихо сказал Обломов. Илья Ильич боится, что невольно оскорбил Ольгу словом «любовь». Ему хочется бежать куда-нибудь, скрыться, чтобы избавиться от проблем. А теперь давайте проанализируем эпизод с романом. Это финал 6 главы 2 части. «Ольга Сергеевна», — сказал он, трясясь, как осиновый лист. Илья Ильич отвечал на робко, и оба остановились. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте», — говорила она. Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли. Только сердце билось неимоверно, как перед бедой. Она молчала, сорвала ветку сирени, нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему. «А вот ландыши, постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут полями, рощей, природы больше. А сирень все около домов растет, ветки таки лезут в окна, запах приторный. Вон еще роса на ландышах не высохла». Он поднес ей несколько ландышей. «Поверьте мне, это было невольно. Я не мог удержаться», — говорил он, понемногу вооружаясь смелостью. «Если бы гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал, этого никакими силами удержать было нельзя. Ради Бога, не подумайте, что бы я хотел. Я сам через минуту, Бог знает, что дал бы, чтобы воротить неосторожное слово». Какую роль в данном эпизоде играют авторские ремарки? Авторские ремарки в диалоге передают смущение Ильи Ильича, сказал он, трясясь, как осиновый лист. Обломов прошептал, не глядя на нее, бормотал, заговорил, понемногу вооружая смелостью. Давайте объясним роль многоточий. Обломов не договаривает фраз. Его реплики заканчиваются многоточиями. «Мне чего-то больно, неловко, жжет меня. Вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь». Он стремится убедить Ольгу в том, чего не было, только ради того, чтобы все осталось по-прежнему. Но ему не удается обмануть ее. Чувства прорываются наружу. Страсть побеждает инертность, тягу к спокойствию. Как ведет себя Ольга Ильинская? Ольга ждет подтверждения слов любви. Она смущена не менее Обломова, ее слова и порывы столь же противоречивы. «Здесь и застенчивость», — отвечала она робко, сказала она, не поднимая глаз, «и озорное кокетство», — она, взглянув на него быстро и с любопытством, «и волнение», — сердце так и стучало в ней, «и растерянность». Она нюхала ландыши и сирени и сама не знала, что она, что ей сказать, что сделать. Шла, потупя голову, нюхая цветы. Взволнованность героини перерастает в досаду. Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением. У ней в горле стояли слезы. Герои заводят на первый взгляд ничего не значащий разговор о цветах.
В их вкусах отражено различие восприятия ими окружающего мира. Обломову нравится мягкий, нежный и едва уловимый запах ландыша. А запах сирени и резеды ему неприятный, потому что они слишком резки для него. А для Ольги, как и для большинства людей, запах сирени – это запах любви, ее предвкушения, надежды. Поэтому в минуту досады она срывает и бросает ветку сирени. Надежды рухнули, счастья не будет. Так ей, вероятно, казалось в тот момент. Хотя герои сумели понять друг друга после долгих путанных объяснений, эпизод дает понять, что они разные люди. Мы пришли к выводу, что счастье героев невозможно. А что составило бы счастье Ильи Ильича? Кто является для него идеалом, воплощением мечты? Представление об идеале женщины было таким. В мечтах перед ним носился образ высокой, стройной женщины, спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в баскете, легко вступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой, задумчивым выражением, как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой. Соответствует ли Ольга идеалу Обломова? Конечно, он лишь внешне соответствует представлению героя об идеале женщины. Проста, мягка, музыкальна, иронична, внимательна. Но со временем Ольга все больше и больше удивляет Обломова. Какая странная Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжает в палату, на квартиру. Ольга – живой человек, а не мечта, не воплощение идеала. Для Обломова в ней слишком много реального. Как характеризует автор Ольгу Ильинскую? О чем она мечтает? Ольга Ильинская – самостоятельная и самодостаточная личность. У нее нет родителей, и она привыкла все решать сама, отвечать за себя, за свои решения, поступки. Она ставит цели и достигает их. Она берет на себя в жизни Обломова роль путеводной звезды. Она пытается поставить Обломова на ноги, научить действию, вывести его из покоя и лености. И в своем последнем разговоре с Обломовым Ольга говорит: «Я слишком понадеялась на свои силы. Не о первой молодости и красоте мечтала я. Я думала, что оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, а ты давно уже умер. Я не предвидела этой ошибки. Я все ждала и надеялась». Ольга стремилась сделать Обломова таким, как ей хотелось. Ей это не удалось. Отношения Ольги и Ильи Ильича складывались так драматично, потому что они были совершенно разными людьми. Она энергична и деятельна, он стремится к покою. Ольга строит планы, которые можно реализовать в жизни, а он живет бесплодными мечтами. Но и мечты Обломова, и планы Ольги в какой-то мере помешали любви героев. Они оба заблуждаются относительно друг друга. Контрастная подача образов Штольца и Обломова имеет место в романе Гончарова, и функция такого противопоставления, как и в других произведениях, где используется этот прием, здесь сугубо своя. Но в конечном счете она направлена на раскрытие основной мысли произведения. Андрей Штольц и Ольга Ильинская – это утверждаемые идеалы новой личности. Деятельные, энергичные, целеустремленные, настойчивые. Они идут по жизни уверенно и оптимистично. Наверное, именно за такими героями Иван Александрович Гончаров видел будущее. Предлагаю вам выполнить индивидуальное задание. Напишите небольшое эссе на тему, почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги Ильинской.
На сегодня все. Спасибо большое за внимание. До свидания.